Представь картину. Заходишь ты на сервер, фармишь ресурсы, рейдишь кого-то в соло, но это же серые будни растеров. Другое дело, когда ты смотришь, как кто-то фармит на тебя. Присаживайтесь поудобнее, это история о том, как я поднялся от раба до рабовладельца. И поверьте, рофлов и кеков тут будет довольно много. Поэтому расчехляй свои лайки и комменты, и погнали смотреть видос. Сразу после того, как я расскажу, кто спонсор данного ролика. Раст. Это не только веселый онлайн-шутер, в котором можно делать абсолютно все, что ты захочешь, но и очень требовательная игра к железкам твоего ПК. К счастью, на днях мне довелось протестить игровой ноутбук Gigabyte Aorus 15P XD на базе графического процессора GeForce RTX 3070, и сказать честно, он летает. Там есть NVIDIA DLSS, это технология интеллектуальной реконструкции кадров. Для рендеринга используется специально обученная нейросеть. FPS возрастает до 2 раз, и от батареи на DLSS можно играть на 20% дольше. Еще здесь используется технология NVIDIA Reflex. На время отклика система сокращается, управляемость в играх улучшается. Те, кто занимается визуальным контентом, компьютерным зрением и работой с нейросетями, тоже оценят возможность графики RTX. Специальные ядра ускоряют алгоритм искусственного интеллекта, который повсеместно используется в популярных приложениях. Пригодится, если надо, например, увеличить разрешение и детализацию фото и видео. Lightroom, Photoshop, Premiere, DaVinci и другие приложения значительно ускорятся. У ноутбука экран 15,6 дюймов, Full HD, IPS на 300 Гц, 16-поточный Intel Core i7 11-го поколения, SSD с интерфейсом PCIe. Ссылка на Aorus 15P XD в описании к видео. Когда я зашел на сервер Растория Yeomanday, я сразу увидел бомжиков, с которыми захотел познакомиться. Ведь выглядели они довольно дружелюбно. Hello, guys. Go. I see him. Hello. 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 What are you? Yo, guys, I'm friendly. Can I play with you? Don't shoot, bro. I'm just a fucking naked. Who are you? Oh, China. Give me the farm. Well, let's see. China. I'm new player on this server. Can I trust you? Yeah, bro. Oh, nice. You can. Okay. Ты хавать хочешь? Они добавили меня в пати, покормили тыковкой, и Кинг попросил сфармить это деревце, которое стояло рядом с нами. О, копье! Hey, bro, I found spear. Can I take it? Spear? Not for now. Hello. When I touch you, I will give you a. Кинг убивал абсолютно всех, у кого за спиной хоть что-то было. Поэтому копье я это брать не стал. А немного позже я услышал интересный диалог. You will be my third stay from now, okay? China. Give me all the wood you have. Оказывается, я попал в рабство. Но на тот момент я этого еще не понимал. Может, захуярим его втроем? Не-не, он вроде мирный. Take this, China. Gather some stone, China. Окей. Он скинул мне кирку, и я по своей доброте душевной пошел фармить камень. Я не знаю зачем, но мне просто было интересно, что будет дальше. О, грибочки. Блин, я не знаю, сколько ему камня нужно, но по-моему я зафармил весь остров. Я вижу какой-то домик, в котором нет фундамента. Интересно, я туда могу пролезть? Ага, шкафа тут тоже нет. We will make a second base for you guys, okay? Take it, stones. Do you have anything for me? Great! Nice job, bro. Nice. Но все было не так просто. Для него мы должны были зарейдить один домик, который стоял по соседству. Guys, can you raid this house? Huh? Yes, bro, I think it's a good idea. There is one missing. There is. Let's go raid this base. Let's do it. Да, до сих пор мне кажется, что рейдить камнями это была не самая хорошая идея. Некоторых бомжиков это не устраивало, и они собирались сделать саботаж. Давай поёбнем его. Я думаю, не стоит, он же нам помогает выживать. Как он меня в рабство взял? Шадар. Он нами командовал и за непослушание бил копьем, а тех, кто проявлял агрессию, мы вовсе забивали топорами. Just kill.
Да, не все были довольны такими условиями. И из-за этого у нас постоянно были какие-то разборки. О май гад, мы убили его! Кто убил его? Кто убил его? Я не знаю. Это просто фарм скилл. Guys, why, guys? China. One last thing, China. Take this. What? Just in case someone try to kill you. Oh, thank you. Okay. А что делать? Don't get killed. Слушай, нужно дерево фармить? Самому отдавать. Я думаю, да, он хочет нам домик построить вроде как. Тебе не кажется, что он какой-то странный? Я думаю, он нас убьет. Так давай мы его убьем. Как я и говорил, мне было интересно, что будет дальше, поэтому убить его идею я не разделял. Okay, good. Okay, now I'll make you guys a base. И Кинг нас не обманул, он действительно начал отстраивать наш первый домик. Я был удивлен. Good. I should make it bigger. Bigger? I think 2x2 it's a good base for us. Все, братуха, сейчас настанет мой час. Хорошей игры, если что тебе. Мне кажется, я знаю, что он задумал, но мешать я ему, пожалуй, не буду. Беги, я сделаю вид, что я за тобой бегу. Пока, братуха. Stay, why are you killing? Stay, bitch! Bro, I see this guy running. Okay, bring me your spear. I will not trust anyone now. Give me your spear. Yo, he is in this side. Come on, follow me. King хотел догнать и убить раба, но уже было поздно. Он уплыл на другой остров. Да, попробуй сказать, что не скучал по черному переходу. Me and you for China, come on. Okay. В его голосе я почувствовал нотку грусти. Я понимал, что ему неприятно от того, что его так кинули. Но тот бомжик сделал свой выбор. А я сделал свой. Я остался с ним и решил помочь ему обустроить этот остров. Yeah. Fucking bro. I trusted him. That's a problem. Why the fuck did I trust him? Нас постоянно кто-то пытался убить, но мы с ними справлялись. Kill them. О май гад. Sorry, China. Yeah, sorry. Naked takes spear, help! Can you boost me, King? I need to destroy this floor. Yes, yeah, stay here, bro. Here. Okay, I'm here. И как назло, у Кинга вылетела игра. На нас напали 4 типа, на них напал еще кто-то, и в моей голове появилась идея, что если я отожму у них все? Я могу попробовать у них что-нибудь отжать. И кажется, воевать я буду один, потому что мой друг убежал. Минус один. Он, по-моему, один остался. I kill him! I'm back. China? Yes. I kill them all. He killed them, nice! China! Oh, I see one more guy. Where? Let's go back. Come. One more dead. Do you have nail guns? One more dead. I kill last! Nice! We need to loot this guy. What? Go! He killed them all. I killed this bitch. Why are you running, fucking idiot? I killed him, bro. Oh, you have nice aim. Иностранец был действительно в шоке от того, что происходило. Мне даже показалось, что он какой-то новичок. Пока он набирал новых рабов, я фармил ресурсы. И со временем нас стало действительно много. Эйока,
Йока из Good Gun. Чтобы достроить дом, у нас не было дерева. И это была большая проблема. We don't have any wood. Но в какой-то момент Кинг повысил меня до предводителя рабов, и я бегал и командовал ими. Так, нам нужно много дерева, а у меня есть рабочая сила, которая будет выполнять мои приказы, и это очень хорошо. Эй, Джошин, take stone hatchet. We need more wood, guys. Go farm more wood. Мы достроили наконец-то свою базу, и Кинг мне начинал доверять все больше и больше. Он даже дал мне пароль от шкафчика. I was talking for an hour with you, China, but it was mute. Don't touch it. Only China is allowed to touch the BTC, okay? Каждый из нас занимался своими делами. Кто-то фармил дерево, кто-то камни, а кто-то искал фермеров. Ты чё, офигел на меня с ножом накидываться? Нам бы сейчас первый верстак поставить. Ого, на нашем острове конкуренты появились. Let's kill him, naked army! Kill all! А еще я решил попытаться дипнуть тех, кто постоянно убивал моих работяг. I can give you a regular pick. Okay, you just said Chami. Ха-ха-ха-ха! Изи-изи-изи! Минус пайп. Найс! Мне осталось одну дверь дипнуть. Фигово, что у них тут спальники стоят. Очевидно, что эту дверь они не откроют мне. Опа, он идет. Там еще один. У меня появилась идея пострелять с лука по этой двери, чтобы они случайно ее открыли. Скажем так, это был самый простейший байт. Алло, мужики, отпустите! Отпусти меня! Они меня с камней зафигачили! Но чутка не повезло. Блин, на этом острове большая проблема. Тут нет ни РТшек, ничего. Короче, нужно искать оружие. И отправился Китай в сторону гастейшена. Ведь нам нужно было оружие. Блин, у меня есть блочка, но я не знаю, мне бы поймать какого-нибудь типчика. Там тип какой-то. Он наверх поднимается? Фигово, что ему не в головешку залетело, я теперь не знаю, как его оттуда выковыривать. Ой, теперь у меня пайпушка есть. What are you doing, bro? I'm friendly. Nothing. I do nothing. Nice try, man. Блин, у меня хп нет. И на этой заправке мне тоже не повезло, но сдаваться еще было рано. У меня была идея, откуда я смогу утащить первые пушки. Я видел тут территорию какую-то полусгнившую, я бы туда хотел залететь. И по-моему я вижу там типа... О, так у него калаш! Ну жмет он, конечно, жестко. У него калашик, топ-сет. О, по нему турель наяривает! Я не пойму, это его дом или нет. Ну выглядит, как будто он зарейжен. Мне было действительно интересно, что делает этот калашист на той базе. Ведь выглядела она так, будто бы ее зарейдили. Скорее всего, эти ребята просто лутают сгнивший домик. Потому что странно, что там стоит коптер, и по ним стреляют турели. Днем залететь к ним на шаре было практически невозможно. Они контролили все. Я переждал ночь и на следующий день совершил первую попытку. Я надеюсь, на этот раз я смогу к ним на крышу залететь, потому что я устал ждать, когда они оттуда слезут. Я вижу, там магазинчик открыт. У них турели выключены? Да, у них турели выключены. Найс! Я на крыше! А как мне туда спрыгнуть? И как только я приземлился на этот дом, я услышал шаги.
Кто-то бегал по этому домику, и мне нужно было действовать максимально скрытно. А скрытно я начинал действовать после того, как перегнал шар, потому что он застрял и спрыгнуть на крышу я не мог. Лишь бы они сейчас не включили турели. Интересно, в магазине что-нибудь есть? Нет, в магазине ничего. Мне бы сейчас как-то по-тихому внутрь дома попасть. Самое главное, чтобы я сейчас не свалился просто вниз. Фух, я спрыгнул. Тут гаражка открыта? Я надеюсь, тут не будет гантрапов. Тут все открыто. Разрывные! Офигеть, тут ящиков! Блин, тут подо мной кто-то бегает, и я не понимаю, где он. Тут еще один этаж, и еще спуск ниже. Тут камня много. Почему тут все открыто? Пожалуйста, мне бы хоть что-нибудь. Броня. Еще броня и опять броня. Джаггерсет. По звукам мне казалось, что кто-то находится рядом со мной. Я надел джаггерсет и спустился вниз. Но мне повезло, никого я здесь не обнаружил. Зато я увидел очень много ящиков. Мне бы сейчас понять вообще, что мне нужно отсюда забрать. Лестницы, ветряк, луки. Нифига себе, тут сколько чая было. Калаш! Тут МПшки! Мне нужно отсюда сваливать. И знаете, для меня, наверное, самое главное на тот момент было оружие. Ведь на нашем острове никто с ним не бегал. Я забился по фулу и начал оттуда текать. Но тут появились хозяева. Судя по их разговору, это были китайцы. И они, мягко говоря, были не очень довольны, что я у них украл ресурсы. Так, сейчас самое главное просто не сдохнуть от шара. Ну топки мне, по идее, должно хватить, чтобы отсюда улететь. Китайцы поняли то, что я нахожусь у них на крыше, но улететь отсюда я не мог, потому что шар застрял, и мне пришлось показать им, кто тут настоящий хозяин. Лежать? Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, как отсюда мне свалить. А еще я вспомнил то, что у них я украл лестницы, благодаря которым я мог отсюда спокойно свалить. У них тут двери открыты. Фух, я свалил! Ха-ха, я свалил! Димас, что ты только что сделал? Операция Биг Йоник. После того, как я все засейвил, я нашел еще один шар и решил вернуться к ним и забрать камень. Но у Раста были другие планы на этот счет. Меня придавило шаром. Я нашел еще один шар и полетел к ним. Я боюсь, что я сейчас опять умру. Отлично. А у них уже все закрыто здесь. Увы, ничего полезного я здесь не обнаружил. Зато, когда я появился дома, я увидел это. А где мой спальник? Ага. Пароль не подходит. На самом деле, я ждал этого момента, что кто-то заберет мое оружие и свалит с этого дома. Но я не ожидал то, что кто-то поменяет пароли. Кинг вышел с этого сервера, и я остался абсолютно один. И в этот момент я понял, что хочу создать свою армию рабов, с которой мы будем нагибать сервер. На том острове выживать было довольно сложно, ведь там не было абсолютно ничего. Ни переработчика, ни людей с пушками, а еще там было очень скучно. Да и Кингу мешать я не собирался, поэтому побежал к центру карты. Ты что, страх потерял меня бить? Скидывай камень на землю. Дай, не мешай мне, мне страшно. Слушай, у меня к тебе есть другое предложение. Я тебе сейчас скину очень вкусный подарок, тебе его нужно съесть, и тогда мы разойдемся. Погоди, а я съесть могу это? Погоди. Сможешь. Ты предлагаешь мне это, да, съесть? Да, это кого же? О, гасите, гасите привет. Друг да друга. Тут какой-то я бомжик агрессивный, он меня камнем ударил, прикинь? Он копье он, скрафтил. Он тебя ударил? Ты давай загасим его. Ты чё? Брат, сейчас. О, спасибо за копье, брат. Моя. Слушай, он я тебя подниму, но сделка еще в силе. Ты съешь личинку, и я тебя отпущу. Да, давай его поднимем. Иди-то, а.
Как скажешь, братуха, шанс у тебя был. Hello, bro, be friendly! Да я, блядь, мирный. Да я мирный. Короче, у тебя есть выбор. Либо схаваешь червя, либо я тебя на бомжи спавн отправляю. Ты, блядь, охуел мне твой говорит? Съешь червя, нахуй в голову так дай. Братуха, хватай копье, гаси его! Гаси! Хорош! Вам повезло, что меня... Пошел, не, ну нифига ты жесткий. Ну что, погнали в сторону аутпоста фармеров искать? Просто наказали всех. О, дружище, я картоху нашел. 4 штуки. Ой, то есть одну. Держи, похилься. Вот это ты, да, такой? Наши пути с ним разошлись. Он побежал искать компоненты, а я побежал искать фармеров. Ты чё стоишь? Фарми камень. Чуваки, я думаю, нам нужно дерево. А также мне попадались агрессивные бомжики, которые пытались убить моих рабов. Копейщик. Наказаны. Так, слушай, у тебя есть выбор. Зачем ты его убил? Ребят, он не хочет инвайт в пати принимать. Я думаю, вы знаете, что делать. Хорош! Фармили мы абсолютно все. Ведь нам нужно было отстраивать наш первый домик. А сделать мы это собирались возле аутпоста, где будет максимальный движ. Там сзади раб. Выходи из пати, я тебе добавлю. Так, нам нужно много дерева, чтобы отстроить наш первый дом. Приступайте к фарму. И знаете, наблюдать, как фармят твои рабы, было довольно весело. Хотя я тоже стоял не без дела. Я подсвечивал им красные крестики. Наконец-то мы всей своей ордой добежали до мирного города и переработали все свои компоненты. А после нашли место для постройки. О, мне кажется, тут место шикарное. Слушай, короче, так как я зашел в твою тиму вторым, я не раб, ты понял? Я заместитель твой. Не, я думаю, пока замов у меня не будет. Я не фармил, я машину убийца, у меня 4 IQ 300. Ладно, шучу. А еще я поставил кодовый замок на гостевом пароле, чтобы нас никто не кинул. А тем временем под домом начался замес. Блин, судя по звукам, их как-то много. Берданка, ревик, пайп. Лежать. Ого! Беги, Димас, беги, 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 беги! Плюс Берда. Ну да, я принес осаду. Ты еще одну принес? О, так у нас патроны есть. После чего эти ребята сели у нас под дом, и было их реально много. Походу, тут прям. Да, тут прям. Заходи, дружище. Блин, мне кажется, они скоро нас придут рейдить. China number one! О, я вижу одного. Надо догонять их, а у меня патронов немного. У меня обойма осталась. О, смотри, дроп прям на нас падает. Пойдем сходим. Ух ты, ё-моё, так это сопля. Интересно, у меня есть шанс залутать этот дроп? Потому что я вижу тут какой-то забор. Опа, тут тип с фонариком на крыше. И еще один с Томпсоном. Я думаю, шансов у нас немного, но попытаться стоит. Вау. Дроп все еще падал, и это означало, что шансы у меня оставались. Я схватил берданку и вернулся на этот замес. Минус один. Дроп, походу, уже занесли. У меня нет хилок. Фу, он меня чуть не убил. О, Томик. Там чел вышел из хаты, чел вышел из хаты с фонариком. У нас наконец-то оружие есть, чуваки.
Я думаю, нас скоро зарейдят. Поэтому я вам тут кое-что скрафтил. Хватайте, разбираем. У нас был деревянный дом, и зарейдить нас не составило бы труда даже обычному бомжу. Поэтому мы побежали фармить камень. Да, нам сейчас камень только нужен. Блин, он дверь закрыл. Граната, граната, чуваки! О, нифига вы фармили, чуваки. Подожди, пожалуйста, мы сейчас выживали. Стой, подожди, поднимите, пожалуйста, умоляю. Мы можем поднять вас только при одном условии. Давай. Вы станете нашими рабами. Вы наши будете рабы. Не знаю. Все, беги за нами, нам нужно идти домой. И знаете, все шло довольно неплохо. Но когда я вернулся домой, я увидел это. А где ресы? Где оружие? Я походу знаю, кто нас обокрал. Открыв карту, я увидел, как один гражданин убегает в сторону аутпоста. И тут я понял, кто именно своровал. Раб прибыл. Чуваки, мы сейчас бежим на аутпост, там нужно найти типа с ником «Твоя мать». Он крыса. Я хотел дождаться, когда эта крыса будет выходить с мирного города, но он нас рассекретил. И да, у него был мой спас. Вот. Нашел. Вот нашел. Вы окружены, сдавайтесь. Переработай, яко все ваше оружие. Ну, знаешь, бомжан, теперь я знаю, что рубами. Ты крыса. А еще я узнал то, что в нашем доме находится друг той самой крысы. И что делать с ним, я даже не представлял. Но для начала я хотел выселить его из основного лутрума. Чувак, это друг крысы, который у нас все ресурсы вытащил, и я не знаю, что с ним делать. Да я не знал, что он так сделает. Во-первых, ты его первый в тему добавил. Я не знал, что он к тебе. Ты его добавил самого первого, а потом только меня. И того по случайности. Ну, ты понимаешь, мы сейчас тебя оставим, а ты сделаешь так, как твой друг, и я не знаю, что делать. Да я понимаю. Ну, у меня, в принципе, есть идея, что можно сделать. Я не стал выгонять этого парня, даже понимая то, что он может сливать информацию своему дружку. Я просто отстроил для него новую комнатку, в которой он бы жил в соло. Все, комната готова. Забери свой спальник. Теперь это твой домик. Наконец-то я сейчас печку заправлю, чтобы у нас металл был. И нам бы поставить верстаки. Кстати, Чизи, а можно будет тут самому комнатку построить? Вы фармите дерево и скидывайте мне, я вам построю сейчас комнату. Можешь посветить, Чизи? Ты все равно нас прикрывать вышел или файтиться? Это вообще ничего не видно. Моих рабов с каждой минутой становилось все больше и больше. И так как у меня был опыт предательства, я понимал то, что авторизовывать всех в основном шкафу я не буду. И отстраивал для них специальные кибитки. Поднимаю. Лутайте, я убил его. Балтика, лутай. Ты хочешь к нам присоединиться? Чизи, это вот это моя будет кибиточка? Давай. Да, это кибитка пока твоя, ну и новеньких игроков, которые будут приходить. Я сейчас сюда ящиков много поставлю. Оп. Чуваки, короче, нам сейчас нужен скраб, нам нужно поставить второй верстак, и я думаю, можно будет уже обустроить эту территорию. Да. Пока я заселял новых рабов, ребята где-то умудрились надыбать второй верстак. И мне пришлось отстроить отдельный холл, чтобы каждый мог воспользоваться им. Да, домик выглядел у нас как непонятно что, но что не сделаешь ради любимых рабов. Так, ребят, срочные сборы.
Очень срочные сборы. Я нашел домик, который мы можем зарейдить. Да, давай. Разбирайте мачете. Вот, я сейчас еще скину. Ну что, погнали? Что это за дичь просто? Капец, тут КП отлетают. Я вижу шкаф. О, так тут нормально лута. Пока мы рейдили этот домик, на моих рабов кто-то напал. Мне срочно нужно было показать, кто тут авторитет. Я двоих убил. Дал много хитов. Первого оставь. Мало хп. Ого, так это фармилы. Берданка. Поднимаю. Ого. Чуваки, так и в этом не меньше. Идите лутайте этого. В нашем домике место уже абсолютно закончилось. Я забил полностью его ящиками. Ресов у нас было много, и с этим надо было что-то делать. Нам нужна была большая печь, которую я мог купить на аутпосту. Ведь плавить руду в маленьких печках — это был мазохизм. А еще у меня появилась идея огородить нашу территорию забором. Ай, блядь. Сын, давайте зеленку заебали. Я соло игрок, блядь. Так, наконец-то я печку изучу. Сейчас натыкаю их по всей территории, и будет вообще бомба. Хоть металл сможем плавить. Дерева нам нужно было очень много. Я скрафтил две бензопилы и дал задание моим фермерам. Ведь чтобы огородить такую огромную территорию, нужно было очень много заборов. Так, большую печку я пока сюда воткну. Ой, ребята там валят деревья вовсю. На самом деле, нашим соседям не особо понравилось то, что мы выставляем заборы. Наказан. Пока кто-то фармил дерево, я огораживал территорию и расставлял шкафчики. И на самом деле, работа у нас кипела полным ходом. Все занимались своими делами. И... найс. Отлично. Чуваки. Тут один домик нам стены мешает поставить, я предлагаю его зарейдить. Господи, ну... Ну, нормально. О, зато я могу теперь везде заборы поставить. Спасибо, ребят, что помогли. Теперь мы наконец-то сможем металл плавить в печках. А этот домик, если кто-то хочет, забирайте себе. Наконец-то. В одном доме жить такой толпой было довольно неудобно, поэтому мы решили пойти пофармить немного камня, чтобы отстроить каждому свой дом. За ворту! Со временем наши печки забивались металлом, я поставил третий верстак, и все у нас шло довольно неплохо, пока у нас не появились руфкемперы соседи. Ой, нифига себе ты жмешь! Сколько их там? Блин, ну чувствую я, здесь будет реально весело. И под шумок кто-то на нашей территории вызвал соплю. О, сишка. В принципе, у меня есть идея, что можно сделать с этой вышкой. Чуваки, вам не надоело? Мне было интересно, кто такой наглый построился неподалеку от нас и стреляет по нам. И осмотрев этот дом, я понял, что это ловушка. Блин, у меня, конечно, есть идея, что можно с этим домом сделать. Но надо окно у них разбить.
Я сбегал домой, взял помп и побежал к ним. О, берданка. Еще берданки? Чувак, зачем тебе столько? Хватай берданки, отнеси их домой, я попробую их продипать. И я был прав. Это была ловушка. Я надеюсь, тут метальчик уже наплавился. Не понял. Где мой металл? Где мой металл? Алло! Кто забрал металл? А тут бомж, короче, залезал, его вроде убили. Тут, короче, 1500 валяется. В смысле бомж? Где он? На нашей территории появился какой-то паразит, который постоянно лутал мои печки. Да, у меня от этого знатно пригорало. Осмотрев полностью территорию, я не обнаружил следы преступления, и как он сюда попал, я до сих пор не знаю. Но меня это волновало в последнюю очередь. Я хотел принести подарок руфкемперам. Чувак, бери двушку и разбивай у него дверь снизу. Я знал, как я смогу разбить этот гантрап. Я закинул туда приманку в виде дуркемпера и начал выжидать подходящий момент. По идее, гантрап должен откиснуть. Да, откис! Он меня закрыл. Нам нужно было как можно быстрее наплавить всю нашу серу. Для этого я заправил большие печки в надежде, что ее кто-нибудь прикроет. И в этот же момент я побежал контролить ловушку. Но по приходу домой меня ждал отличнейший сюрприз. У нас кто-то украл всю серу? Опять? Здесь какой-то левый пот шлялся. Ты убил его? Да, его убил, он был пустой. Ник на АО начинается. И где его труп? Вот смотри труп. Кайнуи какой-то. Как он постоянно сюда попадает? Я не понимаю. Ладно, давай посмотрим. Тут нет лестниц. Это чьи спальники? Я снова полностью осмотрел нашу территорию. И никаких лестниц, пристроек и тому подобного я не нашел. Да, это странно. Ладно, надо крафтить ракеты на то, что есть, и идти дорейживать этот дом. Я надеюсь, они мне сейчас пару гаражек откроют, и я смогу их дорейдить. Потому что у меня всего на одну гаражку. Минус один. Блин, второй гаражку закрыл. Мне надо как-то ждать, чтобы они открыли вторую. Гаражки они открывать, по всей видимости, не собирались, но я знал, как я смогу их забайтить. Последняя гаражка. Пока ребята контрили у них вход и не давали им застроиться, я сбегал домой за ракетами и вернулся снова. Сочелька! Фух, она потухла. Ой, а так много говорили и все задеспавнили. Собирайте все и в ящики скидывайте. Ну вот и все. Получается, мы избавились от руфкемперов. Ну и наконец, мы забрали абсолютно все ресурсы и застроили этот дом. И больше на нем никто не сидел. Черный переход. С одной проблемой мы разобрались, но у нас оставалась еще одна. Нам нужно было найти мышь, которая воровала у нас ресурсы с печи. Hello, thanks for loot. Почему-то мне кажется, что тот вор живет в этом доме. Окей, я понял. Неподалеку от нас стояла деревушка, которая постоянно приходила к нам под дом. А еще у них плавили большие печи. И скорее всего плавили они наши ресурсы. Блин, он дверь закрыл. Надо к ним на территорию залезть. Бустани меня, чувак. Ить. Лишь бы сейчас не сдохнуть здесь. Отлично, я здесь, но что мне это дает? Абсолютно ничего.
На их территории я ничего не нашел. Но почему-то я был уверен, что та мышь, которая воровала ресурсы с наших печек, жила в этом доме. Хранить лут на нашей территории было небезопасно, так как нас могли зарейдить в любой момент. И чтобы они не забрали все, я отстроил неподалеку нашу нычку. И знаете что? Вот вы сейчас реально удивитесь. Пока я переносил ресурсы и строил кибитку, ребята нашли дом той самой крысы, которая угнала лут со шкафа. Ой, а кто это у нас тут лежит? И это его дом, да? Блин, ну это же 100% ловушка. Блин, мне кажется, я его могу разбайтить. О! Да, это точно его дом. Вы что, думаете, самые умные байтить на контрап? Уже в этот момент я знал, как я зарейжу их домик. Мне всего лишь нужна была одна скоростная ракета. Как я рад, что я нашел дом этой мышки. Ой, сейчас я ему принесу подарок. Я хочу им просто принципиально. Давай, забайте меня на гантрап, открой дверку. Хорош! Еще раз откроешь? По-моему, я там всех убил. Я не знаю, откис там гантрап, надо еще одну стрельнуть. Оп! Все, минус хаты. Ха-ха-ха! Согласен, ловушка у вас просто топ. Ой, заспавнился, а дома у тебя уже нет. Здорово, братик, здорово. Как дела? Представляешь, ты у меня ресурсы украл, а я у тебя дом забрал. Вот это карма. Привет. О, так у них лута нормально тут было. Спасибо, ребят. Сейчас я им тут еще и шкаф, и двери поставлю. Дружище, ты сильно расстроился? Да, чувак, чему расстраиваться? Мы на тебе все изучили. На тебе все изучили, ты понимаешь? Я понимаю, что ты крыса, у которой я забрал дом. И понимаешь, я потратил всего две скоростные ракеты. Ой, спасибо за фарм, братик. Огромное тебе спасибо. Потом на протяжении 30 минут я выслушивал их нытье и постоянные оскорбления. Вау! Вообще долго я... Дальше что? Понимаешь, ты меня кинул? Кто, я? Да. Но я забрал с твоего дома намного больше. Вот видишь, ты сказал, ты не хочешь быть рабом, а все равно на меня поработал. Где ты молодец? Рабы? Где тут рабы? Ну вот со мной сейчас рабы? Говорит. Ты на меня фармил, дружище. И вы просто не представляете, как же было приятно его зарейдить. К нашему дому частенько начали прибегать наши соседи. Это означало одно, что они скорее всего готовятся нас зарейдить. И это были те самые ребята, которые воровали у нас ресурсы. Я понял, они уже домой забежали. Блин, ну нам нечем их сейчас рейдить. И их было много. У них даже были калаши с топсетами. Уже в этот момент я понимал то, что я их очень сильно хочу зарейдить. Нам нужна была сера. Я собрал отряд доблестных фармил, и мы отправились покорять зиму. Ты чё сделал, дурак? Нафига на меня наблевал? И поверьте мне на слово, с ними мне скучно точно не было. Да и вообще, как в зиме может быть скучно? Фармишь себе и фармишь. В зиме постоянно стрелялись клановые игроки, и чтобы не отдать им всю серу, нам пришлось забрать кибитку.
Так, я сейчас тут домик застрою, чтобы ресурсы скидывать. Давай. Спустя пару часов плотного фарма мы забили абсолютно все наши ящики. Нам оставалось только перенести ресурсы. А для этого я купил коптер, который нас очень сильно выручил. Найс. Сейчас быстренько все перевезем и наконец-то сможем уже все это начать плавить. Так, мне надо сейчас скрафтить турели, ветряк, и наконец-то я смогу плавить ресурсы в больших печках. Это круто. На нашей территории я наконец-то решил поставить турели. Для этого скрафтил ветряки и пошел проводить электричество. Юньк. Наконец-то я сейчас турели проведу, и никакой бомж у нас больше не заберет ресурсы. Так, одну сюда, болтовку, патроны и вторую сюда. Авторизовывайтесь в турельках. Фу, неужели я могу наплавить много металла? Похлопаем! Наши соседи тоже не сидели на месте. Они расширяли свой домик и, скорее всего, собирались проводить турели. Наконец-то я переплавил все ресурсы, скрафтил ракеты, и нам оставалось только продумать план. План по захвату их территории. А для этого я скрафтил деревянные таблички. И, наверное, тут оставалось самое сложное – нарисовать все то, что я запланировал. Так, фиолетовый крестик – это у нас будет коптер, а точка – это боевая единица, то есть человек. Так. Слушаем меня внимательно. Наша цель – это этот красный домик. Он стоит слева, с ветряком. Нас всего 7 человек. Но нужно быть аккуратным, ведь у них стоят еще 2 дома рядом, с которых они 100% будут отстреливаться. План такой. Мы берем 3 коптера и взрываем их с воздуха. Один бегает по земле и контрит двери. Кто у нас будет этой боевой единицей? Ну, давай я. Отлично. Осталось решить, патрон, кто будет взрывать. Кто умеет водить коптер? Я умею. Как только я объяснил им план действий, мы приступили к выполнению. Ну выглядит это жестко. Подлетаем ближе, господа. Сука, я первый раз такое вижу. Иди сюда. Иди смотри это. Сюда. Ого! Так тут нормально у них компонентов было. Сюда. Вот сюда залетай. Смотри, ящик. О, вот и серка, которую они у нас воровали. Ребята, тут ящик компонентов рассыпался. Где этот лучник сидит? Тут что-то было интересно. Ой, так тут еще порох, ребят. МВК. Где? Нормально. Блин, этот лучник задолбал уже. Откис. Все, ребят, летим домой. И наконец мы вернули всю свою серу, которую они у нас ворвали. Естественно, после этого мы зарейдили еще пару домиков, и они ливнули с этого сервера. Ребята, летите за мной, я знаю одно клевое место. Илюх, подожди.
Летите вперед! Найс. А лут, который у меня остался, я целиком и полностью отдал моим рабам. Тиммейтам. И больше меня на этом сервере никто не видел. Так и закончилась история рабства. Надеюсь, вам понравился данный ролик и вы поставили свою оценку. Не забывайте про лайк, подписку, комментарий и все в этом роде. Всем пока!